Приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я вам покажу, как на устройстве Realme C25S изменить обои. Для начала переходим в настройки, затем в раздел персонализация, обои. Можем выбрать одни из статических таких вот стандартных обоев. Можем перейти в галерею и выбрать любую картинку, которую можем скачать с инета, или же сделать фотку с помощью нашей камеры и установить ее как обои. Здесь можем настроить, как она будет выглядеть, и нажимаем применить. Затем выбираем, хотим ли установить на экран блокировки, на главный экран или же на оба экрана. И как видите, обои поменялись. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки и пока!